день в секторе искусств научной библиотеки Института культуры открылась новая выставка «Исключительный темперамент», посвященная 150-летию со дня рождения итальянского дирижера Артура Тосканини. Артура Тосканини – выдающийся представитель исполнительского искусства, крупнейший оперный и симфонический дирижер. Целая эпоха в дирижерском искусстве связана с именем этого музыканта. Почти 70 лет стоял Артура Тосканини за пультом, являя миру непревзойденные образцы интерпретации произведений всех времен и народов. Фигура Тосканини стала символом преданности искусству. Он был подлинным рыцарем музыки, не знавшим компромисса в своем стремлении достигнуть идеала. Нельзя сказать, и в какой области дирижирования талант Тосканини проявился более ярко. Его волшебная палочка рождала шедевры на оперной сцене и на концертной эстраде. Оперы Моцарта, Россини, Верди, Вагнера, Мусоргского, Штрауса, симфонии Бетховена, Брамса, Чайковского, Малера, ораторий Баха, Генделя, Мендельсона, оркестровые пьесы Дебюсси, Равеля, Дюка. Репертуарные симпатии Тосканини не знали ограничений. Его особенной любовью пользовались оперы Верди. Свои программы вместе с классическими произведениями он часто включал и современную музыку. Способность Тосканини охватывать новые произведения была уникальной. Своей главной задачей он считал верно и глубоко воплотить то, что написано автором в нотах. Каждая репетиция Тосканини – это подвижный труд. Он не знал никакой жалости ни к себе, ни к оркестру. Там было всегда и молодости, и зрелые годы, и старости. Тосканини кричит, умоляет, ломает палочку, заставляет музыкантов вновь повторять одну и ту же фразу. Никаких уступок. Музыка священна. Это внутренний импульс. Дирижера незримыми путями передавался каждому исполнителю. Великий артист умел настраивать души музыкантов. В этом уединении людей, преданных искусству, рождалось совершенное исполнение, о котором всю жизнь мечтал Артура Тосканини. На выставке представлены книги, посвященные жизни и творчеству итальянского дирижера.